Всем здрасте! Вы на канале «Пиратская жизнь». Да? С вами, как всегда, Лаван и Нинок. Да. Ребятки, у нас сегодня с вами светлый праздник Пасхи. Вот, у нас с вами кулич, яйца, тарелка колбасы для Лавана, тарелка колбасы и сыра для меня. Чем Бог послал? Всех с праздником! Всех с праздником! Христос воскресе! Вот мы тут уже чайку сделали. Будем сейчас разговляться. Вот. Добавила себе лимон сок-то? Хватит. Там уже есть лайм. Хорошо. Так, ну что, давайте первым делом порежем этот вкусный кулич. Даже не знаю, с какой стороны. Может, ты? Может, ты? Давай ты. Давай, Илюша. Он уже себе яйцо взял. Давай, так. Как его будем резать-то? Так, так, сяк? Да вот так. От середины его режь. Давай его пополам. Давай. Угу. Проверим, что за кулич. Такой красивый, кстати говоря. С миндалем. Мы его сами, честно, не готовили. Мы его купили. Ну. Крошится, как и должно быть. Что, давай на 4 части, все. Уже каждый тарелку себе положит и будет это. Грызть. Да. Давай, на себе вот грызи этот. Его. О, смотри, какой красивый. С цукатами. Грызи его. На тебя. Грызи. И я себе кусочек. Какими цукатами? Где ты их выдал? Ну, там вот зелененькие такие. Ну, как это называется? Там цукаты, не цукаты. Вот, ребятки, будет такой куличка. Ну, все. Ну, давай, традиционно. Битье яиц. Да, бери. Как его бьется? Вот так вот? Нет. Вот так вот? Попками? Вот попкой. Давай, бери тоже. За попку только бери. Только тот. Ну-ка покажи за попку, а то сейчас неправильно. Давай. Кто выиграет? А что ты перевернул? Нечестно. Нечестно. Переворачивай обратно. Тем концов-то да, легко. Раз, два, три. Кто? Делайте ставки, господа присяжные. Ах ты! Он меня разбил! Да, он меня разбил. Помогает, да? Ну, ешь давай. Приятного тебе аппетита. Да, у нас вот там специальная тарелочка. Вот, попробуем куличик. Что за куличик такой? Запах, кстати, очень хороший. Такой, смотрите, красота. Красота. Вот. Ой. Кстати, соль и вон майонез, если что, под яйца. Я уже не стала на нее ничего там жарить яичницу и так далее. Потому что у нас и так уже яиц полно. Вот, так что сегодня у нас вот такой вот обед. Завтрак. Завтрак, обед. Разгувляемся. Называется разгувляться. Или как? Ты правильно сказал? Не знаю. Кстати, он очень крошится. Я заметила, все куличи очень крошатся. Он сказал, что это специально делают. Типа, птичек там кормить туда-сюда. Может, мне тоже тарелку взять? Я так буду долго ждать. Когда яйцо себе почистишь. Так. Есть вот такие вот штучки украшательные. Такие блестяшечки. Маленькие. Которые кушать можно. Ешьте их осторожно. Они мягенькие, кстати, нормально. Кто зубы сломает. Ну, в прошлый раз, не помню, на чем-то таком было. Тоже такие украшения. Мы что-то грызли, чуть зубы не сломали. Реально. На тортике. Каком? Когда были. А, на дне рождения. Да, точно. И вот есть можно. Так. Не, ну красиво смотрится, такие яйца классные. Такие в обмёточках, в юбочках. Да? Почистил? Теперь я могу почистить. Наконец-то Перван будет есть яйца. Вчера он не ел. Я вчера одно съел. Вот, меня Бог наказал. То, что я съела одно яйцо. Не должна была. Одной ногой, видишь, наказал. Шучу. Сама виновата. Сама полезла. А точнее, не я виноват, Лаван виноват. Я виноват? А кто? Я тебя предупреждал, нельзя есть. Ты меня предупреждал чего? Яйцо, нельзя есть. А, ты меня про яйцо предупреждал, да? Мы постоянно, когда гуляем, постоянно пойдем. Не, в принципе, если сильно не сжимать, не сгибать ногу, то, в принципе, нормально.
скоро пройдет. Болит. То есть вчера я прям лежала, у меня прям ныло. Сейчас тоже получится. Икс. Икс. Сольцы. Все, давай, разговляйся. Сота. Еще юшка. Монетка надо? Что по традиции? Только вот вчера я хотела в магазин зайти, творожка купить. Зашли. А он тебе нужен? Не, ну вроде как считается Пасха. Сама. А чем? Это кулич. То есть кулич, яйца олицетворяют, потому что я читала «Начало новой жизни», там «Ля-ля тополя», что-то вот это вот. Кулич — это вот как вот хлебом всех накормить. А Пасха, вот не знаю про что она там. Ну, не знаешь, а берешь. Блин, вот честно, мне вот не нравится в Пасхе изюм. Точнее, в куличе не нравится изюм. Не люблю его. Ну, что тебе не нравится? Не хлеб знаю. С изюмом. Ну, все люблю, но вот изюм не люблю. Кстати, считается верхнюю корочку самая вкусная. Вот. Ну, здесь крем. Крем. Давайте, ребятки, за нас. Теперь можно. Как биза такая. Легенькая. Я думаю, я прям грызь. Не, нормально. Вкусно. Там еще мясо стоит. Да. Я уже ребятам показала. Еще замариновали. Сегодня мясо-то. Самый раз есть. Мясо. Вечером взял. Христос воскрес. Угу. Воистину. Спасибо, мне уже доложили. Что, анекдот что-то такой? Ага. Анекдот такой, да. А этот про это про Сталина? Про Брежнева идет по коридору. Леонид Ильич, Христос воскрес. Спасибо. Дальше идет опять ему. Леонид Ильич, Христос воскрес. Спасибо, мне уже доложили. Вот так вот. Че хорошее. Чайком-то прям самая тема. Не, вообще, кстати, самое прикольное, это когда кулич намазываешь вот этой пасхой, она же как творог, получается как такой бутибьет. У нас пасхи нет. Бери, чисть покаси. А давай вот этими яйцами. Я себе взяла. Сейчас я тебя вот этим уделаю. Давай, бери. А тебе желтенькая. Синенькая. А, ты вот этим, да? Укрепленной юбочкой. Давай. Это, ребята, раз, два, три, делаем ставки, вторая часть. Раз, два, три. Блин, опять! Что за фигня? А то, что ты бьешь, а не я. Да! В этом вся фишка. Да? Ну все, ты мне теперь раскрыл всю фишку. О, ребят, видели? Вован мухлюет. Мухлюет. Кто бьет, тот и... Мухлюет. Нехороший человек. Я нехороший человек? Да. Это ты нехороший человек. Бьешь меня? Я тебя бью. А, я тебя... Ну давай чисто проверим. Мы же сидим по 3 яйца. Давай, вот на, я держу, давай ты меня разбей. Не, а что ты этим попкой-то? Не надо, возьми. Мне попка все. Возьми новое. Не. Возьми новое. Не. Давай. Чего? Давай бей. Нет, а ты переверни. Вот она, острая. Попкой нужно, да? Ну. Давай, бей. Во! Во! Я теперь буду знать. Ах так, да? Теперь у нас начнется. Ну бей! Нет, ты бей, да? А это бей. Ну все, будем знать. А я даже не знала. Какие катают яйца.
А как коты? Там еще, кстати, осталось эти. Горки. Ты возьми завтра на работу. Горку делают, горку и катают. По Христовской все. Там с Олегом, с Лёшем. Угу. А с Иванчиком. Трочишь на для работе. Ну, я имею в виду, возьми красиво. Завтра яйца, угости там всех. Да, угости. Там еще осталось. Кстати, все оценили. Это очень красивые яйца получаются. Кулич, кстати, вкусный. Кто там? Кто-то пишет из-за границы. Где? В Ютубе. Ага. Я пишу, да. Под видео из Турции. Угу. Смотри, куда. Кстати, спасибо действительно всем огромное, кто поздравил. Вот очень много действительно сегодня произошло. В Инстаграм мне прям штук 30, наверное, сообщений прислали, поздравили. Прям от души спасибо большое. Всем, со всеми сегодня поздравилась тоже. Похристоскалась. Это в личные сообщения пришли. Вот. От Инесика тоже огромное спасибо. Ребятки, прям от души. Всех тоже с праздником. Христос воскрес. Слушай, ну есть, наверное, можно Пасху и яйца целую неделю, да, после этого? Да. Нормально считаешь? Будем есть. А как вот его теперь почистить? От, вот от этой скорлупы. Ножнички бери. А может здесь как это? Раз и все. А это, кстати, первое яйцо, которое я покрасила. Mm-hmm. Точнее, юбочку надела. Вчера. Нормальные яйца. Хорошие. Получилось. Кстати, да, мне бы тоже. А не, вон у меня делается. Ать. Все. Ай. Тоже. Сыпется только. Вот естественным окрасом были вкусные яйца, а вот с этим вот синюшным я вот не знаю. Еще попробуем. Окрасом. Угу. Что-то хочется их помыть после вот этого, после синего. Вон, смотри, он синий остается внутри. Красится. А красить от чего? От рук сейчас или оно вообще? От рук. Еще одно. Ну как-то мне, знаете, мне ближе вот все-таки луковая шелуха, потому что оно такое, видите, голубое какое-то осталось. Такое голубое яйцо. Мне лично ближе вот естественный окрас. Вот. Ну ладно. За все хорошее, что с нами было, что с нами будет. И чтобы все болячки у нас прошли. Да. Ты что, ночью всем мешал спать? В смысле? Кому? Поздравлял. Я? Да. Угу. А я мешала спать? Нет, они пироги пекли. Да? Да. Когда ты поздравлял. Ну я просто отправила смс-ки, но ничего, они не сидят же в этих контактах. Угу. Пироги пекли? Да. Это кто тебе там донес? А уже донесли. Возбудила, да? Спасибо, мне уже доложили. Вот, видите, даже вот никого не поздравишь. Там уже все. У нас это работает. Агентурная сеть. Ага. Агенты. Вкусный чай. Сырочку. Что ты не ешь с майонезом? Да. Ты не ешь, я не.
Сейчас хотела сходить в магазин. Он не знаю, наверное, не пойду. Буду отлеживаться. Но сегодня надо все-таки сходить куда-нибудь. Магаз? Не знаю. Дядя Леша там хотел вот здесь. Можно набрать его. Хотели вроде как в кафе каком-нибудь сходить. А сейчас и кафе позакрывали. Ну, слушай, не блин, что-то меня закрывали. Народ дофига. А часть закрыли. Вчера, короче, читала, что при возврате из Египта потребуется делать 2 теста. Я думаю, да ну нафиг, где Египет? Что тут не тянет его? 2 теста туда, 4 обратно. Офигеть. Мы разоримся. Один тест еще 700. Это сколько? Блин. 3600. Еще 7. Это еще десятку закладывайте, чисто ради того, чтобы туда-обратно съесть. Жуть. У меня реально такое ощущение, что они просто деньги отмывают, поэтому все. Угу. Это догадливая. Ну это прям жуть какая-то. Десятка. Зарабатывают бабки. Угу. Он чуть не знаю, в Абхазию какому-нибудь сюда нет. Либо все-таки в Питер как хотели. Поехали в Индию. В Индию. В Индию, да. Мне кажется, там даже если у тебя иммунитет есть, ты там в любом случае заболеешь. Там 400 тысяч. Кстати, тоже читал сейчас. Ну, все. Говорят, что типа Голикова, по-моему, там посоветовала, возвращаясь за границу, даже если вы сделали прививку, все равно делать тесты. Вот. Мне кажется, было бы хорошим стимулом, наоборот, тем, кто сделал прививку, не делать тест. По крайней мере, хотя бы возвращаясь домой. А это говорит о том, что типа ты делаешь прививку, то есть они не уверены в своей прививке, в вакцине. То есть она не полностью защищает. Вот так вот. Если тебе надоели булки, ты решил до колбаски дорваться, да? Целую тарелку. Я хотел выкинуть. Я ж не конь. Что ты хотел выкинуть? Колбасу. Зачем? Что она хлипкая стала. Это пленка верхняя. Ну, короче, что-то там. Разочаровалась я в этом мясокомбинате. Это вот эта соломка хорошая. И все. Карпаччо стрёмная. Колбаса портится. Быстро. И портится. Сплинится. Пакетик. Ну что, это разве хорошо? По-моему, это не очень хорошо. В мясной также, если брать, она также сплинится быстро. Хотя мы ее купили, бросили в холодильник, мы ее не ели. Дело в том, что сожрал. Обычно в таких этих, когда покупаешь, нужно сразу пленку снимать и в дышащий пакет. Mm-hmm. Который для бутербродов там есть у нас, да? Mm-hmm. Это пакетики. Они же дышащие. У меня все дышащие. Туда раз, все. Но пленку снять надо. Mm-hmm. Обязательно. Иначе она используется. Но это только что касается копченых полков, копченых колбас. А вареную брать нужно столько, сколько съешь. Ну я знаю, ты же сожрешь все, что. Ой, не попадя. Не знаешь, как сесть-то. Так хочется ногу закинуть, как обычно делаю. Да. А не могу. Фу. Не гнется. Отвыкай. Отвыкай. Так говоришь, как будто я, блин, теперь инвалид на всю жизнь. Временно. Что ты со мной будешь делать-то, если ноги закидывай. Я любитель посидеть в позе лотоса. Mm-hmm. Да, у меня ноги гнутся до позы лотоса. Mm-hmm. Реально очень люблю. А сейчас вот не могу сесть, потому что колено не гнется. Точнее, оно гнется, но больно. Гнется. Ну, тебе что-то прислали. Посмотрим. Тинькофф меня поздравляет. Mm-hmm. О, ваши друзья уже начали копить
С инвесткопилкой. Ты уже начал? Ты же мой друг там. Ага. Нет, он сам писал. Врут. Все врут. А, кстати, знаете, так прикольно. Поставил какой-то уловитель спама, по-моему, от Яндекса, Алиса. И меня вчера, короче, звонят. Там 495, туда-сюда. И меня такой сразу. Сбербанк. Возможно, мошенники. Ну, все. Это мошенники. Угу. Сбербанк. Можно сразу не брать. А, прикольно, да? Сбербанк мошенники. Ну, так вот. Ну, там, если ты взяли латрубку, там скажут. Я, типа, из Сбербанка, там, типа, с вашей карточкой ля-ля-ля-ля. Ну, как ты дал нам? Сообщить нам код. Я не знаю, кто-то еще ведется. Угу. Я хотела сменить, короче, номер телефона на другой карте. И там, типа, предоставьте паспортные данные туда-сюда. Типа, что можно дистанционно. И в итоге что? Мне пришла смс-ка. Чтобы сменить номер телефона, придите в отделение банка. Угу. Нафига спрашивается, когда я отправляла данные через приложение. Угу. Непонятно. А может, это мошенники? Может, через мой телефон, да? Управляют. А он сейчас до этого, до хомяка, куда там? Перехать-то, где он сейчас ближайший-то? На московском. Угу. Ну так вот выкинешь старую симку, да? Потом хрен тебя. Будешь бегать. Угу. Ты будешь шеить тут? Наелся? Ну да, хорошо, понимаешь. Ну как там пишут в комментариях, можно там салат сделать? Яйца вареные уже есть. Тоже не хочу. Тоже что-то наелся. Сегодня кто-то пойдет по кладбищу яйца, конфеты собирать. У меня отец всегда ходил по кладбищу. Сегодня праздник у бомжей. Ось. Не надо так говорить. Чего? У меня отец каждый год праздник ходил. У них. А сегодня будет это застолье. Застолье. Яйца и конфеты. Может, кто-то чарочку поднесет? Умеешь ты опошлить? О, вон. Чего опошлить? У нас он там много лазит. Реально. Да вообще нужно. Бог велел делиться. Ну. Там не важно. Ты только что поставил ты свою долг. Именно в Пасху делиться, да? Что-то в будни-то дни никто не делится. Ну, я там в церковь ходила. Они там стоят, короче. И прям, знаешь, вот лица вот такие, знаешь, это профессиональные. Прям профессиональные. Хлебушек возьми. Да и беру. Я прям знаю, что как. Что-то помнишь, это да? Ой, а как это? Ой, вот туда сходи, вот туда. То есть, ну, годами там стоят. Не просто от нужды. Как-то так. Ну, хотя, что, ты отдал. Совесть свою очистил. Мне кажется, даже это больше делаешь для успокоения своей совести, нежели чем. Откупиться хочешь? Ну да, от грехов себе. Хотя, в принципе, видел такую ситуацию еще на автосалоне работы. А что там? Что видел? Шел. Это утром забирал собаку. Собаку? Ну да, соседнего объекта. Ее ночью туда отводили вечером. Угу. На всю ноль. Оставляет. Утром я его забирал. Ну и что? Как раз на Пасху вышел утром. Вот где у нас этот храм Александра Невского. Ну? Дорога. И там ближе к храму с той и с другой стороны как раз этот стояли. Где подавали. Там и бомжи, и бабушки стояли, еще кто-то там. Все, кто идет в храм, это подают. Ну, кто что может. Это как в Таиланде тоже, знаешь, вот эти вот чаши. То, блин, стоят. Деньги, то еще что. Ну, это хорошо, если они берут там не деньги. Бывают вот такие, в том-то что дело. Не берут деньги. Идет женщина, там это какой-то стоит, ну, блин, видно, алкаш, блин. За булдыгой весь синий, блин, нос такой опухший, блин.
фингалы под глазами, блин. Ну что? Вот. Ему эта женщина что-то полбуханки хлеба и еще что-то хотела достать. Мне как этот хлеб как швырнет надо и еще кричит. Че, охренела, что ли, говорит? Денег давай. Вот такие вот нищие. Ну, это грустно, да, конечно. У меня аж собака дернулась. Хотела туда это прыгать. А что там за собака возьмала? Немецкая овчарка. Черная. С торчащими ушами. Ну, чисто немецкая овчарка. У них должны быть торчащие уши. А, черная, черная. Мальчик. Джей. Это где работал? Овцалон. Давай это. Лет 10 на. До меня. В доминовскую эпоху. Это было, сейчас скажу. 2003 год. Больше 10 лет уже. Что, будешь еще плеть? Я как раз только после армии пришел, устроился в охрану. Что, ну, тогда худой был, не надо было ни удостоверения, ничего не надо было. Раньше не было этого. А сейчас везде требуется, да? А сейчас требуется везде. А тогда не надо было. 18 лет есть, в армии отслужил, все. Можете и работать. Брали. Угу. Еще будешь плеть отрезать? Нет. Понятно. Меня еще не хотели туда брать, в эту фирму-то. Понятно. Пока я пришел, они поглядели, и что-то этот ушел с военным билетом. Приходит, я говорю, не могу вас взять. Я говорю, а почему? А я не могу вас проверить. Понятно. Ладно, моя хорошая, всех любим, всех целуем. Увидимся еще. Всех с праздником Пасхи. Берегите себя, берегите своих близких. Кушайте сегодня. Сегодня можно. Всех Христос воскрес еще раз. Воистину воскрес. Угу. Всем всего хорошего. Всем пока.